В Международном фонде славянской письменности и культуры состоялось собрание Оргкомитета пробега «Братский путь». Инициатором собрания выступило молодежное движение «Русская здравость», пропагандирующее здоровый образ жизни. На призыв движения откликнулся Народный собор и ряд других национал-патриотических, духовных и спортивных организаций. Пробег начнется 3 июня в Троице-Сергиевой лавре и окончится в Киево-Печерском монастыре. Он свяжет столицы разделенного триединого русского народа – Москву, Минск и Киев. Мероприятие приурочено к знаменательной дате – 1150-летию создания русского государства. Не случайно отправной точкой большого маршрута выбрана обитель свято-преподобного Сергия. Именно там, в великий исторический момент, он благословил войско русское на борьбу. И как когда-то князья объединились для борьбы с общим врагом, так и сегодня нам нужно объединиться для борьбы за трезвость и духовную чистоту. Следуя примеру Дмитрия Донского, мы начнем наш освободительный поход против пьянства, смиренно и спросив благословения у преподобного Сергия Радонежского.